В этом видео я расскажу про коронку диаметром 150 мм для пневмоударника СИР 110. Ударная поверхность этой коронки имеет выпуклую форму, что обеспечивает высокое качество бурения. При этом коронка вооружена штырями из твердого сплава, которые имеют сферическую форму. Такие штыри применяются в основном для бурения крепких и особо крепких горных пород. У этой коронки три продувочных отверстия и глубокие боковые пазы, которые обеспечивают хороший вынос шлама из забоя во время бурения. У этой коронки стандартный хвостовик СИР-110, и она может быть установлена на любые пневмоударники данной модели. Коронка изготовлена из стали высокого качества, имеет хорошую термообработку, что обеспечивает высокую износостойкость и долговечность данной коронки. Марка твердого сплава и марка стали подобраны таким образом, чтобы обеспечивать равномерный износ данной коронки. В основном эта коронка применяется для бурения скважин на воду, а также для бурения в строительстве.